Друзья, всем привет! Сейчас я вам расскажу, как избавиться от синего экрана. Ошибка связана с неправильными настройками BIOS-а. С данной проблемой я столкнулся после того, как вытащил батарейку из ноутбука, и в итоге появился сейчас синий экран. И компьютер ушел на перезагрузку. Итак, перед загрузкой Windows мы все время нажимаем F8 на клавиатуре. После нажатия клавиши F8 у нас появляется вот такое меню, где нужно выбрать «Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы». И что мы видим? Мы видим, что у нас на экране появилась ошибка 0x6007b, которая говорит о проблемах с жестким диском. Как решить данную проблему? Нам необходимо зайти в BIOS. Итак, для этого мы перезагружаем компьютер. Если он не перезагружается, выключаем его. Для того, чтобы зайти в BIOS, необходимо нажать кнопку Delete, либо F1, F2. Все зависит от вашего ноутбука. Какая модель? Что необходимо найти в BIOS? Нам необходимо найти раздел SATA Operation или IDE Configuration. И здесь выбираем режим, либо ATA режим, либо Disabled. Ну, с данными опциями можно поиграться. Я выбираю ATA режим. Нажимаю Yes. А затем нажимаем кнопку Apply. Настройки BIOS разные, поэтому сказать точно, какие именно у вас здесь кнопки, я не могу. Но главное, чтобы сменить SATA операции на ATA режим, ATA, либо вообще Disabled выбрать. У вас может быть вот этот режим, либо RAID ON. Ну а затем нажимаем выход. И давайте посмотрим, что у нас получится. Запустится ли у нас Windows. Здесь мы выбираем обычная загрузка. И смотрим. Ну вот, как видно, Windows у нас запустился. Соответственно, проблему мы решили. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. До новых встреч, пока!